период формирования предвыборной программы от жителей Московской области поступило почти 9 тысяч наказов, связанных с модернизацией системы образования, в том числе 46 из Одинцовского городского округа. Как сообщил глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов, наказы были включены в программу развития муниципалитета на 2022 год. Запланированы ремонтные работы в 8 школах и 11 детских садах. Ход выполнения берет на контроль местное отделение партии.